привет, друзья! Рад видеть вас снова на моем канале. Сегодня у нас в центре внимания воздуходувка Gardena PowerJet 40. Настоящий мастодонт среди садовой техники. В этом обзоре я разберу ее по винтикам, что умеет, какие плюсы, какие минусы и стоит ли она своих денег. Ну а все ссылки на товар, как всегда, в описании под видео. Не отходите далеко, будет интересно. Начнем с внешнего вида Gardena PowerJet. Честно говоря, выглядит она как настоящий космический аппарат для уборки листьев. Сочетание черного с голубыми элементами придает воздуходувке современный стильный вид. Весьма приятная глазу палитра, так что даже если кто-то увидит ее у вас в гараже, обязательно обратит внимание. Что касается веса, 4,7 кг не пушинка, конечно, но для такой мощности вполне нормально. Габариты тоже солидные, 570 на 402 на 375 миллиметров. Но благодаря продуманному дизайну аппарат не выглядит громоздким. Все у нее на своих местах, и эргономика продумана так, чтобы удобно было держать и работать. И да, не забудьте заглянуть в описание под видео, там я оставил ссылки на проверенные магазины, а также специальный скидочный промокод для выгодной покупки. Что ж, давайте теперь посмотрим, чем же так интересно Gardena PowerJet в плане особенностей. Здесь скрываются настоящие козыри этой воздуходувки. Во-первых, у нас тут аккумуляторный двигатель, а это значит никакой путаницы с проводами и розетками, полная свобода движения по участку. Максимальная скорость воздуха впечатляет — 89 метров в секунду. Представьте себе это как ураган прямо в ваших руках. Листья просто не имеют шансов. Также важно отметить наличие защиты от перегрева и перегрузок. Эти функции уберегут технику от неожиданного выхода из строя, что добавляет уверенности в ее долговечности. Плечевой ремень не просто деталь, а жизненно важный элемент, когда работаешь с таким устройством. Ведь комфорт при длительном использовании тут на первом месте. Рукоятка для переноски тоже добавляет удобства. Поднимать и переставлять инструмент легко. Что касается функционала, воздуходувка не просто сдувает, она еще и всасывает и даже измельчает. Да, листва и мелкие ветки не просто убираются, они превращаются в мелкую мульчу, что значительно упрощает процесс уборки. Аккумулятор — это отдельный плюс. Литий-ионная батарея на 4,2 ампер-часа с напряжением 40 вольт дает отличное время работы. При этом заряжается достаточно быстро, так что можно рассчитывать на длительную работу без частых подзарядок. Я тщательно изучил мнение владельцев и выделил ключевые моменты, чтобы вы знали, на что рассчитывать. Начнем с минусов. Тяжеловат. Дороговато. Теперь перейдем к тому, что людям понравилось больше всего. Мощная. Легко собрать, разобрать. Долгая работа от аккумулятора. Удобство использования. Несколько режимов работы. Индикация заряда. Эффективно сдувает листву. Большой мешок для мусора. Ну что ж, друзья, на этом все. Надеюсь, обзор был полезным и помог вам разобраться, стоит ли Gardena PowerJet вашего внимания. Напоминаю, что в описании под видео вас ждут ссылки на магазины и скидочный промокод, который поможет сэкономить. Пишите в комментариях, что думаете об этой модели. Есть ли у вас опыт использования или просто делитесь своими мыслями. Если вам понравился обзор и хотите видеть больше подобных видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч!